Всем привет, с вами я, Доки, и сегодня мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, это мой аккаунт, это вторая часть, когда будет третья, мы будем открывать все боксы. Думаю, да, ребят? Да. Так, Макс, новый Эпик Пин Пэк. Забираем на нету. Немножко, ребят, вам будет лагать. Но ничего. Потерпите. Так, мы начинаем. Первая игра, ребят. Я, наверное, сейчас умру. Да, потому что мне долго загружать, потому что я с вами. Вот. Ну, у меня как-то, когда я типа снимаю, у меня как-то бывает, что долго загружается игра, потому что много там. Так, все, это сейчас вот так. Так, все подобрали. Тихо. Сихода. О, кайф, вообще шел уже. Ну да, было 6 игроков. О, сейчас быстро попробую. Ладно, все, изи. Это, ребят, легко. Теперь уже седьмой ранг. А мне надо 20, чтобы другой бравлер. Такой же немножко в кубках. Это немножко. Сколько надо этих кубках, чтобы 300. Понял? Далее. Дальше. Сегодня мы сделаем 10, 5, 4, 6 матчей. Сегодня будет. Я попробую быстро, потому что, знаете, время ограничено. Оба. Тут никого не должно, как я знаю, быть, потому что это начало. Я покоплю немножко ульту. Так, бежим пока. Чирик. Так, все. Эл Примо. Так легко играть. С нубами. Потому что если вблизи, то шали никто не попьет. Ну, когда уже, если будет 10 шали и с нулем этим банками, шали вылетит у нас ультой с кустов, то выиграть. Потому что так много раз вообще бывало. Это первое место, да, я знаю. Так, уже 4 минуты прошло, нормально. Так, уже 2 раунда было. Сейчас третий идет. Ребят, если вам понравилось и вы хотите меня поддержать, то подпишитесь и поставьте лайк. Не, просто подпишитесь и смотрите на меня и ставьте лайк под каждым роликом, который выходит. И смотрите меня каждый день. У меня каждый день один или два или три ролика выходит. Ну, Легунар. Вам всегда будет весело со мной. Да. Так, ребят. Так, 5 игроков осталось. Мы идем сюда. На кого нет?
Давай где-то на 7 уже остановимся, потому что очень, как видишь, много банков, так хочется играть El Primo. Будет сейчас шоу-даун. Я буду против нет. Да. Так, ты мне вообще не нужен. Так, погнали. Нита. Давай красиво. Так. Все. Ну, не получилось. Красиво вблизи. Но... Так. Так, уже 8-й ранг. И погнали еще дальше. Ну вот, ребят. Думаю, сегодня один тестик открою. Один. Да, один. Самый маленький тестик. Не, не будем открывать. На следующей части покупим немножко. Надо же купить. Так. Только у меня уже 3. 8 игроков осталось. 6. Так. Почему никто в центр не ходит? 5 осталось. Они там. О, 4 хп. Это четверка, это самое лучшее число, потому что у меня было 4 хп. А 4. Убиваем. Это четвертый раунд. Киллер. Вот это реально киллер. О, ребят, тихо. Это реально киллер. Нет! Все, ребят. Я не умею, ребят, играть через комп. Ну, второе место нормально. Так, 110 кубков. Ну, у нас один ящик, может, давай откроем. Давай. Пока-пока, поколели. Больше не буду ничего открывать. Пока-пока. Дальше, а здесь у нас... Где мы только заберем? 300, чтобы... Погнали, дальше. 5-й раунд. Ребята, да, я не умею играть на компе. Потому что я играл на планшете. 7, 8, 9 и 10. Наконец-то! Покашали. Так. Ну, уже по-нормальной противники становятся. Так, ребят, ничего. Чё поделал? Я не умею играть в Brawl Stars через комп. Потому что так неудобно. Точно. Споку нельзя поиграть. Ну все, врубай киберспортсмена. Так, ребят, когда, вот так, какие будут игры про Roblox, то те, там будет ссылки в описании моей игры, которую я сам создал. Хорошо, ребят? Ну, если хотите поиграть, там,
Там есть одна Squid Game, это не знаю. Не играйте в Squid, не, да. Squid Game я не буду там, потому что там не можно этих кое-кто убить, а которых можно. Fighting Army. Ну что там, да, то играть там нужно обязательно с друзьями. Минимум два чела. Так, и как, ребят, подпишитесь на меня, пожалуйста. Так, у нас три бравлера. Самый редкий такой. Ну, хорошо. Ой. Вот, видите? Новый ревачась. Не увидите. Да, я знаю, не увидите. Но если под этим роликом будет много лайков, то, я думаю, будет. Вы можете со мной будет поиграть. Я поиграю дальше. Но если, конечно, размажу, надо будет 10 минут 45 секунд где-то дам. Думаю, да. 10 секунд 45. Ну, да, посмотрю. Потом такой один игрок добавился в друзья. Опять, ребят, залагала. Подождите-ка секунду. Раз. Смотрите. Вот так сделать. Оба, оба, оба. Ой, а не надо было. Так, жира, ребята, у меня скилл упал. Тихо, 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 не ходите меня, пожалуйста. Не, ребята, а давай 20-й, а 10-й ход. Ранг, чтобы друг с другим бравлером играть. Когда уже будет, сколько у меня бравлеров, все 10-е, тогда уже можно какой ход. Почему-то. Что, ребята, поделать? Я не умею играть. Да, если я с тобой. Ну, все, не играем в детские шутки. По-серьезному. Сейчас прилетаю и всех размазываю. Так, это вырежем. Надо будет вырежать. Почему так, ребята? Помогите мне, пожалуйста. Ну вот почему так? Ребят, последний раз, потому что у меня уже сердечко. Все просто. Не копим ульту. Если есть шанс, то убиваем. Иди сюда. Если сейчас проиграю, не, давай так. Первое. Если мне будет первое или второе место, то я, значит, ну, вот так. Спорим. Все. Спор пошел. Почему профессионал? Нет никого. Я так боюсь. Ребят, 30 секунд осталось. Все, вы будете второе место просто. Ну, не успел. Прощать. Что, ребят, думаю, мы понемножку уже будем заканчивать. Если вам понравилось, всем удачи и пока-пока. Итак. Давай, кто у меня будет в друзьях, тот
увидит. Если под этим видео будет много лайков, я тогда вам покажу и вы можете со мной играть. Пока-пока!